Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» сообщает, что во всех районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление. Знаковые пространства города, улицы и общественные территории оформляют иллюминацией и декором для создания праздничного настроения у горожан. Традиционно с началом зимнего сезона районные администрации объявляют конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений, дворов и частного сектора. К участию приглашаются все желающие. Администрация Самарского района поздравляет активных горожан с Международным днем волонтера, который отмечают 5 декабря. Цитата. «Много сил и времени вы отдаете добровольческим проектам, поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Свою душу, свое сердце вы вкладываете в волонтерскую работу. Бескорыстно служите обществу и стремитесь сделать этот мир лучше. Примите слова благодарности за ваши добрые поступки, за активную гражданскую позицию, за следование славным традициям подвижничества и гуманизма. От всей души желаем вам неиссякаемой энергии оптимизма, здоровья, благополучия и больших успехов во всех ваших начинаниях». Конец цитаты. Администрация Советского района сообщает, что в Самарском дворце ветеранов начинается запись на курсы компьютерной грамотности. Они продлятся 3 месяца. Занятия будут идти 2 раза в неделю по 1,5 часа. Запись по адресу улица Марис Тореза, 103А, кабинет номер 2, или по телефону, указанному на экране. После успешного обучения пользователи смогут читать новости и книги в интернете, смотреть там фильмы и сериалы, общаться с одноклассниками и родственниками в социальных сетях, записываться на прием в поликлинику, покупать билеты и товары онлайн, оплачивать коммуналку. Программа обучения разработаны с учетом возрастных особенностей.